Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня в Париже дождь. Вот там вот что-то цветет, розовый куст какой-то невероятно красивый. Ну, а я собираюсь на Бракант, который в соседнем 15-м округе. Пока ребенок бегает на футболе, у меня есть 10 минут, чтобы добежать туда и полчасика погулять. Что понравится, я обязательно сниму. До встречи. Очень симпатичные чашечки по 5 евро за штуку, за чайную пару. Но я не вижу ничего из того, что у меня есть, чтобы дополнить коллекцию. Ищу Royal Limoges, но пока что ничего такого я не вижу. Вот это похоже, сейчас посмотрим клеймо. Нет, это не Royal Limoges. На той стороне и на этой стороне елочные кучи. У нас еще с позапрошлогоднего Нового года не выброшено. Надо под покровом ночи наши дровишки сюда притащить, а то все обсмеют. Да, Денис? Мне кажется, на... Пойдем там направо, уже сгваздались все равно. Да нет. Это специально так огородили, чтобы покомпактней. Вот так вот выглядит Новый год. Ой-ё, там прям на 10 метров вперед. Ну-ка, посмотри, а пахнет как елками, вкусно, да? Ой, и хорошенькие, вон прям совсем свеженькие там лежат. Ну что, у меня сегодня вот день такой же, какая погода примерно, потому что на Бракант я сбегала в соседний арендесмент, в 15-й. Но там ничего не нарыло, потому что те же самые барыги, что у нас на пасе стояли, только у них уже ассортимент как-то испортился. Так, Денис, пошли. Вот. Ну, то есть как бы все подраскупили, самое интересное. И они на то, что раньше стоило 1 евро, поставили цены 5-10. Ну, в общем, что-то сегодня не очень. Вот, но я пока шла по пути. По пути у меня была моя любимая барахолка. Я, конечно же, забежала и купила вот такие обычные фужеры. Один, по-моему, даже хрустальный. Они все разные, но нам это не критично, потому что у нас полный дом гусаров, которые любят чокаться. И потом количество фужеров сокращается. Вот это точно хрустальный. Вот, ножка такая хрустальная. Ну, неважно. Главное, что у нас есть теперь запас на 3 гусарских чоканья. Вот, и тоста. Ну и мы возвращаемся. Сейчас зайдем, купим свеженький багетик. 8-й, сынок, не говоря. Вот. И вкусный багетик, круассанчиков. Наварим сейчас. Заварим чая ароматного. Некоторые сядут греть ноги, потому что они 2 часа гоняли под дождем. Бррр. Вот. Такие планы на субботу. А завтра я сниму видео о том, как мы в Париже за 2,5 года первый раз отправимся в баню. Мы поедем... Ой, какое вот это симпатичное. Мы поедем 100 километров от Парижа куда-то в деревню. И там для нас специально, только для нас... Растопят баньку, и мы там будем отогревать свои замерзшие конечности. Так, все. На этом прощаюсь с вами. И желаю замечательных выходных. Вот.
и чудесной погоды, не такой, как у нас. Вот, всем пока-пока.